я играл в футбол в команде. И вот у нас был один раз такой общий командный культ-поход на футбол. В Лужниках играла сборная СССР-1 со сборной СССР-2. Такие иногда проводились матчи. Я запомнил очень хорошо одну вещь. Мы вот сидим все вместе, и капитан нашей команды говорит: ребята, давайте сейчас поболеем по-настоящему. Давайте 3-4, Советский Союз. И мы вот все 15 человек: Советский Союз! Вот так вот, да? Подходит милиционер, ну так достаточно жестко, и говорит: ну-ка прекратить немедленно, я вам сейчас покажу Советский Союз. Хорошая страна была на самом деле. Знаете, столько было хорошего, а люди, некоторые сейчас очерняют, бред все это. Все одинаково бедные были, но можно было зайти к соседу в квартиру, и никто не закрывал дверь. Скажем так, если вот абстрагировать, то праздник такой, вот жизнь, вот вся праздник. Мне не разрешали смотреть телевизор. И о том, что не надо с утра читать советских газет, я знал, в общем, с раннего детства. Все, что касается идеологии и пропаганды, существовало в школе. Этого было вполне достаточно для разрушения мозга. Но он как-то остался на своем месте. Есть такие городские легенды обо всем. И в частности, вот что касается футбола, у нас по школе, в частности, ходили такие слухи, что болельщика то ли «Спартака», то ли «ЦСКА», короче говоря, там смысл был в том, чтобы повесили на шарфе. Были именно такие, красно-белый, красно-белый. Это вот такой классический, нормальный шарф спартаковский. До 80-х годов тут вообще все такие были. Брали флаг СССР, шили полосу или воровали флаги со спортивных мероприятий. Это был кайф вообще, родной флаг с орденом Ленина. Смотришь, иногда даже, скажем так, на трибуну было гораздо интереснее смотреть, чем на поле. Я выходец вот из армейской семьи, у меня все болели дома за армейцев. Но вот в 69-м году я попал в Киев с мамой, и один из родственников меня взял на футбол. А оказалось, что матч «Динамо Киев-Спартак» знаменитый, где 100 тысяч зрителей было, и все болели за Киев. Ну, а я болел за «Спартак», естественно. И я вышел уже убежденным болельщиком «Спартака». Болеть за армию, та, которая Гитлеру хребет сломала, уже не та была. Болеть за милицию, ну, так утрированно. Одна треть страны сидела, одна треть ждала тех, кто сидит. А «Спартак» — это был островок свободы. И вот это вот цвета, которые появились в 75-м году, контрастный, красный и белый, вот, ну, чистота и кровь, которая пролита в боях. Моя мама покойная, она всегда говорила, что там на футболе собираются хулиганы, там все вот это вот. Называли нас как бы бунтарями, которые бунтовали против системы. Я очень хотела на стадион. Я увидела по телевизору, это Лужники. И я поняла, что я туда хочу. Но я одна никогда не могла никуда поехать, я стеснялась. Просто пересилила себя, подошла к однокурснице и попросила ее со мной съездить на стадион. Я вместе с ней съездила, там познакомилась с какими ребятами. И такой кайф. Мы были вместе на тех мероприятиях, в таких ситуациях, которые хотели мы, а не которые нас заставляли государство, родители и там двор или еще что-то. Всюду, где работает молодежь, живут новаторство стахановцев, ударничество фронтовых бригад. Мы храним и стремимся приумножать священные пролетарские традиции. Учимся коммунизму. Строим коммунизм. Нормальные болельщики, они никогда не хулиганят. И наоборот, останавливают те, кто хулиганит. Нормальные болельщики. Были нарушения? Я не скажу, что вот не было нарушений, тогда были святые. Святых не было. Болельщики провоцировали полицию постоянно.
и лето бы зимой. Мы молодые, мы хотим там похулиганить, потолкаться, попихаться, а им это не нравится. Вот кто-то кому-то не понравился, и все, они начинают его третировать, потому что у меня есть власть. Я всегда был борзый, скажем так. Я ходил с Конституцией, и когда с меня пытались снять шарф или убрать, я доставал, книжечка такая была прекрасная, 5 копеек стоила, и просил сотрудника показать статью, где красно-белая цвета запрещены законом. Ведь болельщики «Спартака» всегда были на слуху в те годы. Понимаете, ни про кого так много не говорили, как про спартаковских болельщиков. И причем не с самой лучшей стороны. Нас реально обвиняли в том, что молодые строители коммунизма, вместо того, чтобы строить БАМ, собирать металлолом и бабушку через дорогу переводить, а мы что-то флагами размахивали, какие-то идиоты, что ли, а ту их... С Запада все пришло, все тлетворное влияние. А это сейчас смешно звучит, а тогда это не есть хорошо было. Поверьте мне, для дальнейшей карьеры, учебы это один привод и могло всю жизнь сломать людям. Это был такой вот страх и ужас, который каким-то образом вот нагонялся и, наоборот, отпугивал лишний раз от футбола в смысле зрелища и посещения его как зрелища. Драки, какие-то непонятные приводы, вот это все. Ну, какой-то негатив. 88 комсомольская молодежь. Назревало, вот уже соломинка через камни натиралась до такого, до полного хорошего говнючка. Да, что-нибудь, все равно бы что-нибудь было бы. Я думаю, что это не судьба. Это мы принято говорить, что там судьба, когда событие произошло. Ну, какой-то в воздухе, вот, ну, какой-то... Беда, она плавала какая-то, вот прям, ну, все плохо, честно говоря. Все очень плохо закончилось. Это мое второе рождение, как бы. И, ну, вот все произошедшее наложило огромный отпечаток на мою последующую жизнь. В 1982 году я уже был третий курсик, а, как известно, третий курс – это, ну, так скажем, уже чувствовали себя чуть ли не офицерами, многое себе позволяли. И вот именно в 1982 году на матч «Спартак-Харлем» я вот, совершил такую самовольную отлучку из Тамбова в Москву, чтобы попасть на матч. «Харлем» там получилось как? Все-таки неизвестная команда, она сейчас умерла, и, соответственно, многие не знали название команды, для них был «Темный лес». Плюс погода. Было там плюс, и в ночь на день «Харлема» с 19 на 20 долбануло минус 10. Не чувствовалось даже холода, пока ты едешь, потому что это драйв. Мы встретились, пошли, размялись и пошли уже на стадион. Тогда билет стоил рубль 20. Это взрослый билет, как бы родители какие-то деньги давали, но рубля-то не было, как бы. И мне Вика Беженцева, наша, она дала рубль, вот, и, короче, говорит, потом, говорит, как будет, отдашь, ну, видите.
Созванивались те, кто был более близко знаком, вот как мы с Амиром, да, с профессором, с Викой. Если мы, она едет на стадион, то мы всегда от начала до конца были вместе. То есть от автобуса до автобуса на обратном пути мы всегда были вместе. Доброе, солнышко просто так кликуху не давали. Она как светилась все время. Что-то все время прям у нее прям позитив из нее. Если из меня половина негатива, половина, а из нее один позитив. Первая любовь, она всегда первая любовь. Знаете, вы первый поцелуй помните? Помните, а 18-й нет. А 36-й вообще не помните. Ну, соответственно, все первое, оно более яркое, более отражается в памяти больше. Ну, сейчас со временем только доброе вспоминаешь. Знаете, она как ощущала, что вот что-то мы... Я у нее полгода выпрашивал медаль. Полгода. Она не давала. И тут на платформе, это Коломенская, Варшавка сейчас, по электричке, она подошла, что-то извинилась за то, что мы немножко ругались, подарила мне эту медаль. Со всеми, с кем у нее небольшие были какие-то там непонятные молодежные терочки, со всем. Ну, она как чувствовала. Вот я считаю, конечно, возможно, я надумаю себе, но мне казалось, что она прощалась со всеми. Приехали, как обычно, нормально. Приехали на автобусах, приехал личный состав, построился. Пришел там, я не помню, кто там ответственный от стадиона. Он рассказал, что будут сидеть они, так сказать, вот тут, потому что эти не готовы трибуны. Поставили задачу своим личным составом и разошлись для несения службы. Сначала пошли на свою любимую трибуну «Б». Она закрыта. Мы не понимаем, что делать. Потому что то ли милиция опять намутила что-то против нас, то ли что-то. Сержант такой, ну, начал мне не в корректной форме замечание делать. Ну, я совсем борзый был, 17 лет. Ответил еще более некорректной форме. Вот, скажем так. И меня пасли весь матч. Лед, снег, холодно, да, естественно, надо попрыгать, надо по это. Да, я видела, что наши ребята кидались снежками. Да, было прикольно. Поржали, дальше смотрим футбол. Просто они как бы запрещали нам кричать, там это все. Понимаете, чтобы мы сидели на трибуне. Чтобы было все как бы у них цивильно. Мы же так не хотели. Русская народная забава. Начали снежками бросаться сотрудников. Они, конечно, разозлились. То есть очень сильно разозлились. Потому что ни палок, ничего не было. Стояли злые. Милиция начала самокоактивных. Она начала там забирать, мы не давать. Начали снежками у них кидать, отбивать ребят. Обычно кидают снежки тогда, когда, так сказать, идут какие-то непонимания со стороны болельщиков, действий полиции. Поэтому, так сказать, вот иногда бывают такие случаи. А потом за 10 минут до конца милиция с двух сторон ко мне. Кладу шарф на флаг на шею, говорю: «Пацаны, расступись, менты». Потом я упал до ребят, покатился вниз.
Ну что, 17 лет, мальчишка совсем. Стою, а они там рядов на 5. Я Буратино. И свалил. Я за буквально где-то минутки за 3-4 вышел. Надо было спешить на поезд Москва-Тамбов, который уходил с Павелецкого вокзала в 22:05. Ну и второе обстоятельство то, что я просто дико замерз. Во-первых, я всегда досматривал до финального свистка. Смысла торопиться никакого нет. Все равно ты приедешь на Павелецкий и будешь ждать всех остальных. Правильно? Правильно. Стоял, ждал Вику, стоял, ждал Свету. Ну, и мы примерно знали, что на вокзал надо ехать, потому что, чтобы со всеми уехать в электричке, пустой электричке неинтересно было ездить. Потому что все-таки там праздник продолжался. И вот когда я был у памятника Ленина, в это время Швецов забивает второй мяч. Как мужички пошли, я спросил, кто забил. И со спокойной душой, радостной, побежал быстрее в теплое метро. Взявшись под ручки, закончился матч, мы встали. Будем мультики смотреть? Нет, не будем. Холодно, пошли вниз. А когда шел, я еще оглядывался, чтобы своих там не потерять. Я видел, что за мной пошли Света Пиманова, маэстро, и вот Вика, они две подружки. Ну, мы как бы не переживали, мы знали, что внизу на ступеньках мы друг друга там встретим. И Амира подождем, и Вика, и мы все вместе встретимся и спокойненько пойдем до метро. И уже шли прям какую-то, знаете, какую-то в воздухе, какую-то беда, она плавала какая-то, вот прям... Какое-то чувство, знаете, вот шестое чувство есть у людей, да? Вот что-то случилось. Думаю, господи, что такое-то? Почему народу-то немного, а мы пихаемся, толкаемся, и даже действительно, что ногами можно было по воздуху идти. Это были крики, потому что люди кричали, звали на помощь. Стонали люди, стонали, потом я услышала «назад, назад, назад». Тяжело даже про прошествие 40 лет все равно вспоминать очень. Потому что вот человек был светлый, живой. И из-за каких-то выродков, которые не смогли свои служебные обязанности соблюсти, да, этого человека нет. Вот, так сказать, встаньте на мое место. Что, откуда вы узнаете, что будет тут ЧП? У нас пословица есть. Знал бы я, что будет, я солому постелил бы, если упаду. Увы. А вот родственникам станет легче от того, что они узнают спустя 40 лет, или сколько прошло, спустя 40 лет, при каких именно обстоятельствах они потеряли близкого?